Итак, я уже почти добрался к своему дому. Я поручил Нубику одно очень важное задание. Построить для него защиту. Чтобы он полностью его защитил, я выделил ему там ресурсы, оружие и... Это что такое? Что это за кактусы? Я не понял, это что он там наделал такое? Нубик, блин, ты где? Нубик, алло, Нубик, ты где? Ты вообще здесь? Где он, ребята? Так, может он в доме где-то? Алло, Нубик, ты где, блин? Ты чё спишь тут? Алло, я тебя чё? Зову. Чё такое? Не сплю. Ты чё, оглох совсем, что ли? Привет, это чё такое, Нубик? А чё такое? Чё это за кусты? Чё это за паутина? Я ж тебе защиту сказал сделать. Ну, так это и защита. В чём проблема, я не понимаю. Так, паутину-то вот, смотри, снаружи кактусы... надо было ставить? Ну, а чё снаружи? А вдруг они в дом зайдут? О, смотри, какие высокие кактусы, забор из земли. По-моему, тут всё замечательно вообще. Просто чё супер. Это за забор из грязи? Нубик, блин, ты чё наделал? Чё это всё из земли теперь? А что я наделал? По-моему, а где моя кровать? А твоя кровать? В смысле, тогда... Да здесь же было две себя... кровати, моя и твоя. Не, я для себя еще не сделал, подожди. Ты что натворил, алло? Где турели, где все? Какие турели? Какое все? В смысле? Все? Я тебе давал турели, алло? Нубик, нас просто сожрут зомби ночью, ты что прикалываешься? Да что они нас сожрут? Нормально все будет, нормальную защиту сделал. Что ты возникаешь, вообще я не так, понимаю. Так, ладно, давай оружие мне, потому что, блин, алло. Давай, ладно, лазерку доставай, хорошо. Пулемет, короче, пойдем. Доставай. Пойдем, да, сейчас вот расчехлять все. В ящике, вот, так, смотри. Где? А вот, ящики. Это что вот такое? Оружие. Это что за хрень? Это что такое, Нубик? Что это так? Оно что, камнями хрень? Стреляется? Оно... Что это такое? Не знаю, ну да, вроде камнями. А что? Ты этим со... Где пулеметы? Алло, я тебе давал пулеметы и лазерку. Когда ты мне давал пулеметы и лазерку? Нубик, это что за фигня? Что ты натворил? Куда да ты сидел? Что я натворил? Нормально все сделал. Что ты возникаешь вообще, я не понимаю. Перед тем, вот как тебе, уходить. Вот тебе оружие, вот тебе защита, вот тебе забор. Я не понимаю, в чем проблема. Что это за земляные заборы, блин, на голове? Ты что натворил, Нубик, блин, где все? Я тебе давал и колючую проволоку, и турели, и пулеметы, и лазерки давал. Чего ты надел? Куда ты все делал? Ты что, все продал, что ли? Чёрт, я не помню, чтоб ты мне такое давал. Я тебе все давал, Нубик, алло, ты что, издеваешься, да. Что ли? Ты меня троллишь, скажи честно. Ну вот странно, не знаю я. Где-то здесь должна быть кнопка, куда ты нажмешь, и тут вылезет суперзащита, да? Нет, тут никакой кнопки. Тут еще и земляные сундуки какие-то. Это что за фигня, Нубик, блин? Ну это мое, не надо это трогать, земляные сундуки. В смысле сундуки, это мое? Это мой дом. Ты что натворил? Я тебе говорил, защиту сделал, я же тебе все выдал. Да, что ты убегаешь-то? Алло, стой, иди сюда. Да куда я не убегаю? А ну, признавайся, где ты все делал? Не знаю я, где я все делал. Я в шоке с тебя. Короче, я тебе больше не буду доверять строить защиту. Это что за фигня, Нубик, блин? Ну, да будешь сам строить. Что это такое? У нас даже оружие нормальное. У нас блоки есть хотя бы хоть какие-то? Так, у меня блоков блоки? Нет. У меня не даже знаю. Блоков нет никаких. Наверное, нету никаких блоков у меня. Капец. И что нам делать-то, а? Да ничего нам не делать, я тебе говорю, нормальная защита, выстоим мы нормально против этих зомбаков ночью, чё ты возникаешь, не могу понять. Так там уже почти ночь, блин, а зомби сейчас уже скоро придут, ё-моё, ну да, у нас ничего нет, вообще никакой ну, защиты. Отлично, самое время приготовиться. Самое время приготовиться, самое время забаррикадироваться, вот что я тебе хочу сказать. Это просто какая-то жесть, чё ты натворил, блин? А чё я натворил? Я ж говорю, а чё, всё нормально, по-моему, чё я натворил? Да, это всё нормально, по-твоему? Это пипец какой-то, Нубик, это жесть полная. Да чё жесть, нормально мы тут выставим. Тут еще два ряда сундуков, ты серьезно, блин? Ха, ну да. Так, надо все забаррикадировать вообще здесь по полной программе, потому о, что это полная жесть. Зомбаки пошли, хорошо. Зомбаки пошли, серьезно? Ну, ну все, да. Нам конец, нам просто крышка. Так, быстрее. Да чё нам крышка, чё ты сразу начинаешь, блин, нормально все будет, не переживай. Так, все, я забаррикадировал здесь снизу. Это просто полнейшая жесть. Я просто в шоке. Блин, зомби уже здесь. Нубик, ты что наделал? Нас сейчас просто да сожрут. Да что я наделал? Да не сожрут нас, не переживай. Нас просто сожрут потрохами и даже не подавятся. Это просто пипец. Никто нас не сожрет, ничего. Я думал, ты сделаешь нормальную защиту, а ты, блин, наделал тут какой-то фигни нубской. Это о, жесть, кстати, это жесть, а это жесть. У меня есть, оказывается. Так, дай мне стак блоков, слышишь? Да, держи. Это просто пипец, друзья. Смотри. О, меня скинули. Нет. Давай, лезь быстрее. Да не могу я лезть быстрее, блин. Меня сейчас тут сожрут зомби, ёлы-палы. Я пытаюсь помочь. Ух, я выбежал. Помочь. Давай, так, ставлю баррикаду. Я сейчас попытаюсь залезть в дом обратно.
Это просто жесть полнейшая, ребята, смотрите, они уже здесь. Так, так, так. О, и там уже жрут. Куда вы там лезете? Успокойтесь, блин. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Ну-ка, давайте брысь отсюда. Вы что сюда вообще пришли? Мы мою защиту Нубик, не они уже почти никогда в жизни. Они уже почти здесь. Что делать, блин? Да давай быстрее. Что делать? Нормально. Стреляй все. По ним. Нормально. Я стреляю. По они ним, уже в нормально. Доме, блин. В смысле не пройдут? Они в доме да уже говорю тебе. Да они не пройдут нормально мою защиту, я тебе говорю. Они уже в доме, я тебе говорю, слышишь? Да ничего не будет нормально. Никто не в доме. Вот, смотри, сейчас. Спустись на первый этаж, посмотри своими глазами. Ё-моё, они уже прям залазят сюда. Нет, 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 нет. Я все прекрасно вижу. Да, все видишь, так а что ты, блин, что ты не сделал нормальную защиту, Нубик? Да нормальную защиту я сделал, говорю. Что ты, блин, ко мне пристал с этой защитой? Так, пошли вон оттуда, пошли оттуда, дурацкие свинозомби-строители, сейчас наставят своих блоков там, перезаряжаем пистолет, а никто вон еще там не зомби. Наставить. А ну-ка, ребята, смотрите, сюда, там дофиги еще зомбаков идет, и вот здесь зомби копаются. Так, хорошо, вроде бы пока держимся, пока держимся. Ну, так это просто пипец. Мы нормально все будет, не переживай, говорю тебе. Что вот ты наделал? Что ты наделал? А что я наделал? Давай дерись, меньше разговаривай, больше дерись. Да я дерусь, то ты просто понимаешь, что ай, ты блин, вообще... Ай, блин, меня столкнули! Так, тихо! Ты столько тихо. Ресурсов потратил просто в никуда. Где все, а? Да так, какое ну, все? Тебя. Никакого все, блин, нету. Да вот именно, что было все, и турели были, и все подряд вот, было. Вот, смотри, вот все перед тобой, вот все, что я сделал, защита, вот она, пожалуйста, что ты возникаешь? Так, ребята, я думаю, что Нубик подпольный миллионер, у него есть дофигища денег с того, что он продает мои ресурсы. Да так, никакой так, так. Я не миллионер, о чем ты говоришь вообще? А куда? А куда ты тогда все делал? Скажи мне. Ой, блин. Да, блин. Куда? Зашел зомбак сюда. У меня ничего не было. Пошли вон отсюда, ё-моё. Вот и всё. Чё ты нормально, блин, выстояли волну? Чё ты да начинаешь? Это только половина ночи. Нубик начал сожрут потрохами. Ты чё, не понял ещё? Да никто никого не сожрёт. Успокойся, нормально мы все сделаем. Я тебе говорю, нас сейчас сожрут. Вот серьезно, я в этом просто уверен. Да ничего такого не будет. Еще и здесь все поломали. Офигеть. Короче, я баррикадируюсь, ждем вторую волну. Ребята, это просто пипец. Нубик не сделал никакой защиты. Это жесть полнейшая. Да сделал я защиту. Ты что, слепой что ли? Я все забаррикадировал здесь, блин, уже всем, чем можно только. Это называется защита, Нубик? Ну да. Это пипец какой-то. Так, все, да, баррикаду да сюда ладно ставим тебе, сюда. Хватит возникать. Здесь баррикадируемся землей и лезем, наверное, наверх. Так, нужно все, здесь все заряжено, все хорошо. Блин, хорошо, хорошо, хорошо. Так, снова нужно вниз спуститься, проверить все здесь. Так, сюда эти блоки еще берем. Вот это. Дверь еще одна есть. Дверь еще одна есть. Можно куда-то дверь поставить. Иди делай давай что-то. Что ты стоишь? А что мне делать? Баррикаду я строй. Я уже все сделал. Да я здесь все забаррикадировал вообще. А ты там бегаешь, прохлаждаешься. Ну так, залезай здесь... наверх, сейчас я тут поставлю баррикаду, давай. Так, 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 баррикадируем сзади. Это что, это зомби, что ли? Это зомби! Зомби залезай прямо возле наверх, входа. Говорю, я забаррикадирую здесь. Да я пытаюсь, пытаюсь, сейчас, 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 давай баррикаду строй. Вот так, вот так, вот, вот так, вот так. Смотри, вот здесь карауль, карауль их тут. Офигеть, тут сколько зомби. Ёлы, там еще ну и мутанты да, идут. Мутанты идут, смотри. Блин. Так, мутанты. Мутанты, он сейчас разгоняется, сейчас... разгоняется уже. Сейчас нет, 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 нет. Препарируем, никто никуда не дойдет, ничего. Ё-моё, смотри, сколько здесь всех. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там еще внутри уже. Сейчас под тобой блоки сломают, Нубик, смотри осторожно. Не-не-не. О, Нубик, блин, сказал же, под тобой блоки сломают. Ничего, нормально, выживу сейчас. Блин, а как они здесь так прокопались? Так, 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 тихо, 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 тихо. Я баррикаду поставил. Ладно, баррикаду хорошо. Поставил. Баррикаду поставил. Так, 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 так. Здесь просто полнейшая жесть. Вон они, смотри, стреляй сюда. Да, так. вижу. На тебя, на тебе, с двухстволки. Вот так вот, это просто жесть. Если мы выживем в этом доме, я не знаю, это просто какое-то нереальное везение. Так, на, вот да, так получается. Выживем очень мы хорошо. В этом доме, все будет нормально. Все, баррикаду ставим. Баррикаду ставим, факел выкидываем сюда, достаем вот эту пушку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нам надо справиться с этой кучей малой. Оп-оп-оп. Заходят, получайте. А ну-ка, куда собрались? Ух аккуратно, ты! Аккуратно, нет, аккуратно. Нет, нет, не скидывай, не скидывай меня, не скидывай. Фух, ё-моё, чуть не скинул меня зомби дурацкий. Я так, просто а ну-ка, удержался я на последнем блоке. Так. Тут. Куда ух собрался? Ты, ё! А ну до свидания отсюда. Пипец, все, Нубик, нам крышка. Нас сейчас просто залезут да на крышу не, и не, зажмут не, здесь не, зомби, ничего, сожрут никого, нас. Никого никто не зажмет и не сожрет. Ты видел, мутант прямо здесь уже прыгал. Это пипец ну, видел, какой-то. Видел, еще убили и все с ним. На тебе, получай вот так вот с этой. Сейчас буду стрелять с этой дурацкой пушкой какой-то. Камни пушки. Так, 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 так. На тебе. Нубик, капец, где ты нашел такое оружие? Я же тебе давал нормальное, блин. Так, а какое? Так, так, я так, не так, помню, так. Чтоб ты мне давал нормальное. Какое у меня было, такое и осталось. Пошли вон отсюда, вот, дурацкие зомби, а. Чё вам не имется-то? Ну-ка, ну-ка, ну ну-ка. Ну не имется им.
получает. Смотри, там еще мутант, блин, он ломает, все прыгает. Дурацкие зомби, не, а. Нормально, так, сейчас так, мы так, его завалим. Во, все, получай, нет, получай, получай. Мутанта. Жесть, 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 жесть. Как там еще с другой стороны? Вон он еще один гад. Так, 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 так. Да че ж ты забор-то ломаешь, а? Голову. А ну-ка, до свидания отсюда. Кто там? Всех гаси, нубик. Че ты там выбираешь? Всех гаси. Никого сразу. Никого не выбираю, всех гашу. Нормально. Ё-моё, бедный мой домик. Ночь. Его полностью уже развалили здесь спереди. Это жесть какая-то. Да так. Прям. Так, 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 сейчас здесь еще кто-то бегал. Готово, как новенький. Да у тебя всегда пару блоков поставить и все как новенькое, а потом, блин, нифига не получается, зомби прорываются, это да жесть какая-то. Да что не получается, отбиваемся же, отбиваемся. Ну, получается так, давай с этой фигни постреляем, еще винтовку какую-то взял. Да что такое, вообще попасть не могу, я вообще попадаю, нет? А вот попал, попал, так, мимо. С винтовки мимо. Надо уметь стрелять. Пипец, да в смысле уметь стрелять, блин, нубик, что с нее там стрелять, прицелился, да и стреляет, это какая-то... Кривая винтовка сама по себе. О, утро, наконец-то. Так, так, о, так, так, утро, так, так. Хорошо, видишь, нормально мы тут все выжили. Да ты смотри, ты делает вид даже, как будто ничего не произошло толком. Ну так а чё, ничего и не произошло, говорю, мы же выжили, выжили, нормально все. Так, защита признавайся, нормальная, нормальная. Куда ты профукал всю защиту, которую я тебе давал? А я не помню, ты, чтоб ты мне что-то давал вообще. В смысле ты не помнишь? Я тебе давал и колючую проволоку, и турели, я ж тебе сказал. А я вот не помню, чтоб ты мне давал колючую проволоку, какие-то турели тоже не я помню. Я тебе кучу всего давал. Ё-моё, нубик, блин, пулеметы не были, знаю, оружки. Не знаю я ничего. Это жесть какая-то. Так, ну-ка, на тебя, получай. И ты о, тоже они получай. Начали гореть. Ну, хорошо, хорошо. Ага, круто. Что тут хорошего-то? Дома-то нету больше. Да так, чё, нету, я говорю, тут тебе. Немного восстановить лицевую часть, да и все. Нубик, там все внутри снесли, чтоб ты понимал. Здесь ну, вообще полная жесть. Здесь все заставлено блоками. Так, ничего, так, так, нормально, так, так, так. Все сделаем. Я спрыгнул сюда. Ну-ка, идите сюда, дурацкие зомби. Сейчас я с вами разберусь. Так, будете знать, как нападать на ну, безоружные все, домики. А, вот беззащитные. Немного, да, так, а, и там так, еще так, внутри немного. Да там внутри еще нифига себе не немного. Там пипец, сколько их. Ну-ка, на да тебе, ладно, получай. Ладно, сейчас, блин, две обоймы с пистолета, все. Мутант, 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 мутант. Фух, добил его. Ух, жесть. Так, ну, кто-то еще остался, нормально, нет? Нормально, что ты вот это начинаешь? Отбили, все в порядке. Немного лицевую часть восстановите, дом как новенький. Это, по-твоему, немного, значит, да? Ну да, тут максимум делов минут на 5-10. Да, ты уверен? По-моему, здесь да? Проще уже уйти и построить новый дом где-нибудь, не пойми где, в другом месте, в котором строить буду я, а не точно ты. Да не знаю, по-моему, нормально все. Ну, действительно, у тебя всегда все нормально. Живет в земляных коробках, особо не парится, что кушать ему. Кустики всякие выращивает, засохшие, не поливает их. Нормально ну, тут все. Знаешь, что я тебе скажу? Что? Вот и живи тут теперь, понял? Ну и ладно, вот я буду. Забирай свои мусорные блоки, парочку штук, как ты говоришь, восстанавливай ага, и оружие давай, свое давай, забирай. Давай, давай, это давай, просто давай, пипец какой-то. Давай, 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 о, хорошо. Я тебе хорошо. Больше не доверю строить защиту для моего домика, понял? Ну никогда. Ну ладно, сам строй тогда. Ребята, если вы нубику тоже не доверите строить защиту для своего дома, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а с вами, как всегда, были мы, профессионал енот и никакующий строитель нубик. Всем спасибо да ладно, за просмотр и пока-пока-пока-пока, друзья. Пока, ребята.